Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Плей. Сегодня мы поиграем в Соника в 3 часа ночи. Не знаю, вам понравится такая игра или нет. Сегодня мы будем играть в Соника в 3 часа ночи. Короче, Соник XZ E3M. E3M означает 3 часа ночи. Короче, вот, надо выбрать ночь. Первую, вторую, третью, четвертую. Так, они заблокированы. Локет, да, почему локет? Надо первую ночь сначала пройти, ладно. Давайте это. Первая ночь попробуем, чё ли. Ой-ой-ой. Ой, какое здесь управление через жопу. Showing ad. Измените свою жизнь. Блин, надо было рекламу отключить, а то мне всяких тут додиков показывают. Что за улыбающийся дебил? Может получать. Идите нафиг со своим РФ. Дайте мне просто. Давай, 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 давай. А если еще хотите, я еще хочу снять видео по Hotel Insanity. Короче. Соник! 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 Ты кто? Соник! Уйди нафиг! Я нашел на кну. Я набить. Это как я сделал так? Так, ладно, у меня много вопросов к этой игре. Ладно, пойдемте просто дальше. Да опять ты! Соник, что ты ко мне? Что ты от меня хочешь? Я его убил. Так, пошли искать кристаллы. Пошли искать. Так, если я нажимаю на буст, он бег. Где Соник? Где Соник? Соник, уйди нафиг! Соник, иди нафиг! Соник, иди нафиг! Соник, у меня нет никакого дробаша. Блин, ни хрена не вижу из-за этого. Кто это придумал? Почему так, Соник, так, блин, ты заколебал появляться? Чё так много Соника? Дайте мне просто кристаллы собрать и сбежать отсюда нахер. Хочу сбежать отсюда поскорее. Так, это чё? Так, я его слышу. Я слышу этого чудика. Давай! Да, я обосрался. Так, короче, showing cat. Блин, давай быстрее. Это. Это чё? Это, блин! Чё это? Блин, ты заколебал, Соник! Соник, уйди нафиг! Сколько я миль пробежал за 1 миллисекунду. Вы видели это? Шутга... Дробовик. Так, берем. Блин. Я хочу пройти эту игру. Как ее надо? Опять реклама, они заколебали. Так, Соник, иди в жопу, пожалуйста. Так, уже 14 кристаллов осталось. Еще чуть-чуть надо. Еще совсем? Иди нафиг! Че у него глаза, кстати, красные? Да откуда ты появляешься? Уйди нафиг, дядя! Уйди нафиг! Мне 13 кристаллов осталось. Камон! Просто... Иди нафиг, у меня 25 хп. А у меня еще жизни есть. Я не заметил. Иди в баню! Блин, меня убил он. Блин, капец. Давайте заново попробуем поиграть. Короче, давайте попробую пройти эту игру, если у меня получится. Showing ad. Ну какой showing ad? А что вы вообще говорите? Это вообще не то. Кстати, когда он ко мне подходит, он что-то шептает. Что-то не знаю, что-то шептает. Типа, Ваня, я обосрался. Ваня, я лошара. Короче, бери. Иди в баню. Вот и вы слышали. Буст. А чего у меня Соник? А почему у меня Соник это не атакует, когда я это? Так, просто пошли. Сейчас меня пока не пугает. Пока что. Давай. Иди сюда. А я смотаюсь, знаешь, потому что ты медленная сопля, хотя наоборот. Почему он такой медленный, кстати? Он же мой биткоин? Биткоин. Пикет биткоин. Да блин, дайте мне пройти нормально. Я уже все равно интернет отключил. Вам есть что терять. Уйди нафиг.
Иди нафиг, ты еще тут сани клеишь. Бери эти кристаллы и погнали отсюда быстрее. Трудная игра. Особенно трудно, когда ты здесь ни черта не знаешь. Вот особенно это трудно. Все. Пикет, хреникет. Где ты, мразь? Давай, выходи на меня, давай. Давай, один на один. Давай, один на один, ты чё? Лисыш. Смотрите, а он может мне так? А не... Стол этот прозрачный, наверное. Блин, нафиг. Короче, я могу бегать быстро, но мне это ни хрена не помогает. Что мне все равно отнимет хпшку? Бля, это как? Почему их двое было? Почему это... В баню. Чё ты мне шепчешь под ухо? Говнюк. Чё он мне шепчет под ухо? А то ему сейчас дам шептать. Вообще не знаю. Наверное... Ой, блин, 6 минут уже видео идет. Ладно, давайте еще чуть-чуть поиграем. Давайте нажмем сразу на буст, чтобы улететь от него! Да блин, а как он сквозь стенку, что ли, прошел? Шоуинг это. Фу, что ты мне шепчешь-то под духа? Говно, ненавижу Соника, ненавижу. Ну вообще, какая-то обосранная пародия на Соника. Хотя это даже не Соник, уйди нахрен. Это даже не пародия, его даже назвали. Короче, здесь темно, как в жопе нежа. Ну, конечно, здесь света нет. Так, нет. Кто-то звонит. Ярик звонит. Ну ладно, Ярик, сейчас не до тебя. Ярик. Ладно, я просто не буду ничего отвечать ему. Пошел в жопу, я видео снимаю сейчас. Так. Сейчас я вернусь. Короче, я вернулся, и он... И... О, 25 хп. 25 хп. Я, наверное, здесь никогда не заберу здесь нормально. Почему, кстати, когда такой быстрый, когда нажимаю на буст? Вот буст, когда я нажимаю... Смотрите, вот просто я пока не врезаю в стенку. Он быстрый... А, дверь закрыта. Чё? Для меня ничего закрытого не может быть. Короче, давай. Иди нафиг. Ой, смотрите, какой я уже смелый. Я его уже не боюсь. Не боюсь этого чпупелика. Так, здесь вот эта хрень. Так, здесь надо мне всякую хреню искать. Мне удобно, что джойстик сверху, а... Не знаю, я считаю наоборот, эти кнопки надо было наверх, а джойстик... А джойстик бусики никак ходят. Ну, блин! Ну вот эти кнопки пусть как хотят, а джойстик надо вниз переместить, потому что людям неудобно играть. Короче, это как почти Hotel Insanity, только намного упоротая версия. Только это не отель ни хрена, а пиццерия из ФНАФа, потому что это локация из ФНАФа. Не надо мне потом разработчики писать, что это не из ФНАФа, это из ФНАФа. Так, ключ. Переключ. Да господи! Опять реклама, да, они бесят меня со спины. Пикет из 1К. Блин, я умер, и так хорошо держался, ладно. Блин, а сколько он мне так будет атаковать? Все? Короче, вот такая упоротая игра. Если она вам вообще понравилась, хоть чуть-то хватит, минус 100 уже хп, не заколю... Он заколебал меня это. Короче. Фу, что он мне шепчет по духу? Все, я выключаю звук. Короче. С вами был Ваня Плей. Всем пока-пока. И подписывайтесь такой же и на меня. И на Диму. Пожалуйста. На Зара не можете не подписываться. Хотя похрен, ну можете как угодно. Ярика нету канала. Ну, короче. Пишите в комментарии, какие вы еще игру хотите, и пишите в комментариях, если вы хотите продолжение отеля за 40 гривен. Ну, отель Insanity, потому что
Игра прикольная достаточно. Я сам в нее иногда залипаю. Ладно. Всем до скорой встречи. Всем пока.